Я желаю нашим спортсменам не отчаиваться, и несмотря на то, что обрушивается на нашу страну, верить в свои силы, ведь российские спортсмены, как всегда, покажут все, на что они способны, несмотря на все запреты. Это, к сожалению, Российская Федерация. К сожалению, нашей стране, Российской Федерации, запретили принимать участие в Олимпийских играх в Корее. Российской Федерации запретили участие в Олимпийских играх в 2018. Наша сборная была не допущена к Олимпийским играм из-за допингового скандала. Да, из-за проблем с допингом Российская Федерация запретила участие в Олимпийских играх. Мне очень жаль, что большинство спортсменов не были допущены к Олимпийским играм, так как это был огромный тяжелый удар по их, грубо говоря, жизни, так как спортсмены долго готовились, приложили очень много усилий, в том числе и физического труда, и, к сожалению, не были допущены. Также большинство спортсменов принимали бы участие в Олимпийских играх в последний раз. Ну, конечно же, очень печально, что Россию не допустили, так как большое количество спортсменов на протяжении долгих лет готовились, тренировались к этим играм. Желание тем спортсменам, которые будут участвовать в нейтральном статусе, чтобы они получили золотые медали. Мы должны поддерживать и тех, и тех. Мы должны поддерживать и тех людей, которые решили остаться и принять участие в Олимпийских играх. Также мы должны принять сторону тех, кто решил остаться в стране и всяческим способом не принимать участие в Олимпийских играх 2018.